АТВ «Ихсан» представляет. Много лет размышлял я над жизнью земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последний секрет из постигнутых мной. Я школяр в этом лучшем из лучших миров. Труд мой тяжек, учитель уж больно суров. До седин я у жизни хожу в подмастерьях. Все еще не зачислен в разряд мастеров. И пылинка живой частицей была, черным локоном, длинной ресницей была. Пыль с лица вытирая осторожно и нежно, пыль, возможно, зухрой яснолицей была. Тот усердствует слишком, кричит: «Это я!» В кошельке золотишком бренчит: «Это я!» Но едва лишь успеет наладить делишки, смерть в окно к хвостунишке стучит: «Это я!» Этот старый кувшин безутешней вдовца. С полки в лавке гончарный кричит без конца. «Где?» — кричит он. «Гончар! Продавец! Покупатель! Нет на свете купца, гончара, продавца!» Я однажды кувшин говорящий купил. «Был я шахом!» — кувшин безутешно вопил. «Стал я прахом, гончар меня вызвал из праха, сделал бывшего шаха утехой кутил». Этот старый кувшин на столе бедняка был всесильным визиром в былые века. Был ли в самом начале у мира исток? Вот загадка, которую задал нам Бог. Мудрецы толковали о ней, как хотели. Ни один разгадать ее толком не смог. Видишь этого мальчика, старый мудрец? Он песком забавляется, строит дворец. Дай совет ему. Будь осторожен, юнец, с прахом мудрых голов и влюбленных сердец. Управляется мир четырьмя и семью. Раб магических чисел, смиряюсь и пью. Все равно семь планет и четыре стихии в грош не ставят свободную волю мою. В колыбели младенец, покойник в гробу. Вот и все, что известно про нашу судьбу. Выпей чашу до дна и не спрашивай много. Господин не откроет секрета рабу. Я познание сделал своим ремеслом. Я знаком с высшей правдой и с низменным злом. Все тугие узлы я распутал на свете. Кроме смерти, завязанной мертвым узлом. Не оплакивай смертный вчерашних потерь. Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь. Ни былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей. Будь счастлив теперь. Месяца месяцами сменялись до нас. Мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти мертвые камни у нас под ногами прежде были зрачками пленительных глаз. Как жар птица, как в сказочном замке княжна, в сердце истина скрытно храниться должна. И жемчужине, чтобы налиться сиянием, точно так же глубокая тайна нужна. Ты едва ли былых мудрецов превзойдешь, вечной тайны разгадку едва ли найдешь. Чем не рай тебе,
это лужайка земная. После смерти едва ли в другой попадешь. Знай, рожденный в рубашке любимец судьбы, твой шатер подпирают гнилые столбы. Если плотью душа, как палаткой, укрыта, берегись, ибо колья палатки слабы. Те, что веруют слепо, пути не найдут. Тех, кто мыслит, сомнения вечно гнетут. Опасаюсь, что голос раздастся однажды: «О, невежды, дорога не там и не тут». Лучше впасть в нищету, голодать или красть, чем в число блюдолизов презренных попасть. Лучше кости глодать, чем прельститься сластями за столом у мерзавцев, имеющих власть. Если труженик в поте лица своего, добывающий хлеб, не стяжал ничего, почему он ничтожеству кланяться должен? Или даже тому, кто не хуже его? У рек, известно, есть свои истоки. И жизнь нам преподносит бесценные уроки. Чтоб жить красиво, мудро и богато, заприте глубоко в подвал свои пороки. Не надо поучать, коль слаб ты в дисциплине, ведь дисциплина жизнь трудна, хоть и поныне. Другие ценности сегодня в моде, но храни традиции, что предки подарили. Когда есть корни и фундамент крепкий, нам не страшны цунами, войны, сплетни. Как строй солдат закроют нас стеною от грозы стрел, отпущенных судьбою. Живите, чтобы жить, а не существовать. Учите то, что важно в любое время знать. Любить родителей любовью неземною, чтоб в старости от согрешенного без чести не упасть. Я славлю тех, кто верует в Творца, не на показ, а искренне, с лица. Нам говорят, воды не пить, и все же желаю всем счастливого конца. Жизнь скоротечна, увы. Сценарий всем написан. Лишь молим мы Бога за счастливый финал. На чашу весов там будут ставить отметку, что сделал хорошее, а что где украл. Я не учитель, я ученик, и в тайны мироздания пока не проник. Я счастья желаю вам, братья мои, чтоб в дом не зашли к вам ненастные дни. Пусть дети рождаются у каждого в доме, пусть Бог вам подарит счастливую долю. Творите, дерзайте и побеждайте, и каждый день Творца благодарить не забывай. Когда ты у Творца одно лишь просишь, до старости дожить, лишь в тот момент весь смысл бытия понятно в мир иной. Все это не уносишь. Там, где ты хочешь быть хорошо принятым, сказал один философ метко, дав всем соскучиться за обликом своим, ты должен появляться крайне редко. Я ненавижу стол, когда я ем один. Мне мама приготовила еду, и тут же я поймал себя на мысли: борьба дает вкус жизни во сне и наяву. Как перец, соль,
дает вкус пищи. Совет я дам тому, кто сам решил жениться. Не выбирай жену, с которой можно жить. Совет даю вам я. Женись на той, что без которой жизнь прожить, поверь, мой друг, нельзя. Сказала как-то в детстве мне бабушка однажды: женись, сынок, удачно. Мне повторила дважды: когда придет невеста в дом, смотри, сынок, на ноги. Ведь ноги в дом заносят счастливых дней пороги. С ногою может принести невеста к мужу в дом несчастье или счастье. Вот мудрость моя в чем. Видал много умных, богатых людей я. Хозяином став своего положения, то вкусит от древа познаний идей, навек потеряет рай наслаждения. Где рай на земле? Путь туда укажи. Как съездить туда, ориентиры мне дай. У ног твоей матери находится рай. Не забудьте подписаться на канал.